Всем привет, меня зовут Евгений Жуков, и сегодня мы с вами посмотрим, так сказать, обозреем гитарный процессор Valiton GP100. Это очень-очень дешевый процессор, но он меня немного поразил своим функционалом и в каком-то смысле даже качеством. Так что мы его сегодня послушаем на примере хай-гейн усилителей. Почему хай-гейн? Потому что сам я металлист, ничего кроме металла играть не умею, и, собственно, я не виртуоз, поэтому покрутим, послушаем, давайте, поехали! Сегодня я играю на электрогитаре Wormat, корпус из красного дерева, гриф из палисандра, накладка черное дерево, в бридже барнакл Black Dog, в неке барнакл VH2. Поехали! Вместе с процессором у нас идет очень удобная программка на компьютере, через которую удобно крутить пресеты. Их довольно удобно крутить на самом процессоре, но я буду делать это на компьютере, потому что проще и быстрее. Самый важный момент, который я считаю по отношению к этому процессору, почему его стоит единственное покупать, вообще думать о нем, это плеер импульс. Ну, во-первых, здесь закачанные родные импульсы есть неплохие, вполне себе звучащие, не супер крутые, но вы можете также закачать свои импульсы, штук 20 даже можно закачать. Я нашел себе любимый импульс еще года назад. Это Owenheimer Orange V30 плюс H75. Вот этот конкретный импульс мне больше всего понравился, поэтому я его ставлю на все метальные звуки всегда. Моя стандартная цепочка для хай-гейна — это вначале я ставлю шумодав. Здесь есть два шумодава. Шумодавы неплохие, и меня вполне устраивает, как он обрезает. Если хотите, можете поставить второй шумодав. Здесь можно не только выставлять громкость срабатывания, но и скорость срабатывания. Насколько быстро он будет отпускать. Вот, например, в больших значениях он очень долго срабатывает и долго отпускает. На низких значениях получается вот такой джен. Дальше, для хай-гейн звука я выставляю всегда скример. Скример всегда со стандартными настройками, это гейн на 0, громкость на максимум, тон чуть больше середины. Дальше переходим к самому интересному, это блок усилителей. В самой программке есть такая удобная кнопочка, нажав на которую откроется документ с информацией о всех усилителях. Очень полезная штука, очень облегчает жизнь. Пойдем прямо по порядку, поехали по метальным усилкам. Начнем, наверное, с Marshall. Вот еще один прикол процессора. Почему-то некоторые усилители очень-очень громкие, некоторые очень-очень тихие. То есть на этом процессоре экономили как могли, и какие-то моменты тут не так качественно отстроены, как в других процессорах. Так, ладно, дальше поехали. Marshall GMP800. Как и реальный Marshall, в нем довольно мало гейна, поэтому для того, чтобы нарулить хай-гейн звук, вам придется выкрутить гейн чуть ли не на максимум. Так, немножко перегружает у меня громкость. В
Хорошо звучит, много баса. Кстати, здесь есть отдельный эквалайзер. Всегда, если чего-то много или если чего-то мало, вы можете все это подкрутить, все это нормально рулится. Надо вот все-таки вот гейн чуть ли не на максимум делать для того, чтобы он звучал почетче. Бас, кстати, можно вообще отрубить. Ну или подрезать его эквалайзером в конце. Наверное, подрезать все-таки получше. Давайте я так оставлю где-то немножко, чтобы что-то было. Так, поехали дальше. Дальше у нас идет Фридман, первый канал, на котором чуть поменьше гейна. Так, давайте чуть переберем громкости. Дальше из хайгейновых у нас идет Салдана, классика рачешная. Надо сильно прибавить перегруза. Хороший усилитель, подходит в том числе и для металла, надо просто чуть побольше гейна навернуть. Можно... Хороший усилитель, немножко чуть-чуть олдскульный. В принципе, можно играть в современную музыку. И звучит он здесь довольно неплохо. Дальше что у нас идут? Месса. Давайте сразу вторую мессу. Месса здесь звучит своеобразно. Это месса... Ой, не сказала. Месса Марк 2. По идее, тут должны быть Master of Puppets, все дела. Если убрать бас... И, может быть, чуть поменьше гейна. Ну, такое. Мне кажется, в жизни он не такой жирный. Почему-то мне так кажется, я не уверен, но...
кто знает. Ну, давайте по приколу сделаем чуть побольше презенса, треблов. Прикольно звучит, мне нравится. Ух, можешь мастера в папе вспомнить? Что там, как там вообще? Немножко подкрутить, и можно заставить его звучать по-современному. Вполне себе прикольно. Дальше у нас идет Diesel VS4. Очень своеобразный усилитель. И по идее он должен играться без грелки, для того, чтобы звучать именно как VS4. Он тогда получается супер жирным. Но надо чуть прибавить гейна. Прикольно звучит, кстати, неплохо. Для эмуляции на таком дешевом приборе вполне себе сносно. Ну ладно, звучит прикольно. Ну, не хватает немножко живости, конечно, ему, понятное дело, такой очень своеобразный усилитель. Эмулировать его очень тяжело, я почти уверен. Так, дальше у нас идет Eagle 120. Это, насколько я помню. Так, сейчас давайте посмотрим, проверим. Eagle 120 это Angle Savage, да? Angle Savage. Такой более классический метальный усилитель от Angle. Тоже надо чуть побольше гейна. Еще чуть-чуть, чтобы было чуть побольше байта. Да, надо грелочку-то включить. Так, включим грелку, тогда можно гейн чуть снизить. Ух, очень злой усилитель. Прикольно звучит, очень метально. Дальше у нас классический PV5150. Странно, вот он звучит тише почему-то, чем другие усилители. Гейна в этом усилителе более чем достаточно. We'll be right back.
Ух, хороший усилитель и хорошо звучит. Но давайте послушаем все остальное. Значит, дальше у нас идет Soldano 100LD. Ага, это значит у нас более разогретый канал Soldano, более модерновый, да? Да. Первый был такой, чуть более олдскульный, этот более метальный. Короче, хороший усилитель. Погнали дальше. Mesa 4. Это Mark 4. Соответственно, опять непонятно откуда эта громкость. Прям очень громко. Почему-то они решили, что Mesa 4 гораздо громче любого другого усилителя в мире. И гораздо более басистее. Значит, опять та же самая проблема, как и во втором марке. Довольно много баса. Но его тут немножко прибавили. Такое чувство, как будто одновременно с перегрузом идет и чистый звук. Не знаю, странное немножко ощущение у меня от усилителя. Что-то вообще не похоже на то, как он звучит, во всяком случае, на записях. Ну да, вот так вот, если побольше гейна и подобрать бас чуть побольше высоких, тогда он начинает быть уже похож на вот всякие Lamb of God. Ладно, поехали дальше. Mesa Rectifier. Rectifier здесь звучит отлично. Но опять же, небольшой почему-то перегруз по громкости на этом усилителе. Надо было, конечно, на 51-50 его играть, ну ладно.
хорошо звучащий усилитель, что-нибудь вы на нем точно накрутите. PowerLD. О, PowerLD это прикольно, это Angle Powerball. Angle Powerball это что-то типа 5150 от Angle. Можно басца подобрать. Звучит прикольно, кстати. Ну, там гейн с перебор, но для такого дешевого прибора звучит очень прикольно. Опять, надо гейна подобрать. При том, что тут даже грелка. Слушайте, ну как в жизни? На этом усилителе уже где-то 9 часов, там гейна под что угодно хватит. Так, многовато, конечно, гейна. Поехали дальше. Вот, Friedman Plus. Это Friedman канал HBE. Мне очень нравится усилитель, очень современный. Но почему-то производители процессора решили, что на нем слишком много громкости. Порезали громкость в половину. Супер четкий, все посередине, весь эквалайзер посередине, гейна где-то 70. Ну, с оговорками, про которые я скажу чуть дальше, звучит очень классно, очень убедительно. Играть так или иначе можно. Так, ладно, давайте смотреть дальше. Дальше у нас идет Orange. Играл не так давно на настоящем Orange. Нет в нем такой ваты, прям как тут. Ну, он такой, да, немножко квадратный, квадратно-мягкий. Ага, еще одно место, еще один Dual Rectifier. Давайте посмотрим, какой это.
Dual V это был просто Mesa Dual Rectifier. И еще один Mesa Dual Rectifier. Никакого подробного описания не ждите. Да, хороший тоже усилитель. Bogner Blue, это Bogner Ecstasy. Опять непонятно откуда громкость. Давайте сразу на Red перейдем канал. В нем побольше перегруза. Приберем басов, добавим высоких. Давайте немного Presence. Хороший усилитель. Дальше пошли басовые усилители. Ну так, давайте, короче, подводить итоги. Что я думаю по поводу данного вот этого вот девайса? А думаю я по поводу него следующее. Процессор за свои деньги в данный момент времени — это абсолютно уникальное предложение, потому как вы можете купить его бушный за, там, не знаю, в некоторых местах можете на Авито даже попробовать его найти, не знаю, тысяч за 8. Бывает и такое. Ну, как бы, ну, давайте считать где-то 10 тысяч. И за 10 тысяч вы получаете плеер импульсов плюс довольно неплохую эмуляцию усилителей. Не топовую, конечно, да. Эмуляция на уровне VST-шных плагинов, таких не самых лучших, типа Guitar Riga, ну, такое что-то средненькое. Во всех, как бы, усилителях имеется такой, знаете, как бы общий призвук. Кто-то охарактеризовал его призрак рующейся бумаги. Вот, ну, как я вам скажу, я играю на репетициях в линию, и второй канал я кидаю в компарь, и ни разу у меня не возникало ощущения, что мне не нравится этот звук. Понятное дело, то, что дома у нас есть достойные плагины, даже бесплатные плагины сейчас звучат очень круто. Ну, а если, как бы, вы не жалеете денег, можете купить Neural DSP. Плагины абсолютно офигенные, абсолютно топовые. Но для репетиции, для того, чтобы иметь в линию более чем достойный звук, даже для выступлений в клубах, ему просто нет аналогов. Ну, как бы сейчас, понятное дело, там есть сейчас уже Муиры, Наксы. Вот, по тому, что я слышал, в них тоже есть плееры импульсов, что само по себе это уже более чем достаточно. Но сама эмуляция усилителей, которые я слышал, во всяком случае, по интернету, мне не очень понравилась. Мне вот этот показался интереснее. Но, опять же, у них есть главная фирма Хатон, у которых куча этих алгоритмов, которые, я так понимаю, часть старых алгоритмов, которые тянет вот этот процессор, они просто запаковали в эту коробку и продали. Касаемо остальных эффектов, которые есть в этом процессоре, они звучат достаточно неплохо, но им не хватает, знаете, какой-то уникальности. Это прям вот самый обычный хорус, самый обычный фейзер, самый обычный ревербератор, самый обычный дилей. То есть все вот самое-самое обычное. Я понимаю, почему они так сделали. Специально сюда запихнули все самое максимально удешевленное для того, чтобы, опять же, он стоил как можно меньше. И, опять же, у него довольно слабенький, наверное, DSP на нем стоит, который как бы вытягивает вот то, что вытягивает. Но я все равно должен сказать, что если у него ближайший соперник среди аналогового звука, наверное, это все-таки AMT с их Legend серией и плюс Pangea, то лично я все-таки выбираю вот этот вот прибор, потому как, ну, не знаю, во-первых, тут есть большой выбор усилителей, во-вторых, плеер импульсов. Не могу сказать, насколько сильно качество плеер-импульсов в этом процессоре проигрывает Pangea. Насколько я это услышу на концерте или на репетиции, я думаю, что, скорее всего, не услышу, а для записи я все равно не буду использовать этот процессор. Более того, скорее всего, для записи, даже будь у меня какой-нибудь AX, может быть, я его бы не стал использовать, кто знает. Потому как сейчас плагины в компьютере есть, ну,
ну не знаю, как будто нет смысла использовать процессоры. Есть смысл использовать реальные усилители, реальные кабинеты, микрофоны. В этом есть свой прикол. И никаким процессором, никаким аксом, кемпером это никогда не заменить. Но касаемо репетиций, касаемо занятий, этот процессор, своих денег он более чем стоит. Я ухватил по распродаже на Алиэкспрессе вот этот Hatton Ampere One. Про него тоже будет видос. Поэтому Валитон я продаю, но как бы считаю, что если вы хотите купить что-то, что звучит неотстойно, это чуть ли не единственный вариант сейчас на рынке. Ну, не знаю, опять же, решать вам. Хотел еще пару наблюдений по поводу самого процессора, точнее, пресетов, которые есть в процессоре. Почему-то почти на 100% пресетов стоит ревербератор и везде стоит эквалайзер. Довольно странная тенденция. Вообще, мне в процессоре не очень понравились чистые и кранчевые звуки. Какие-то они довольно мутные. Вообще, как бы, с эмуляцией кранча, потому как в нем очень много динамики, мне кажется, его тяжелее всего симулировать так, чтобы он звучал очень органично. Даже хай-гейн как будто бы в этом плане симулировать проще. Вот такие мысли у меня по поводу этого процессора. Ближайшее, на что бы я поменял из гитарных процессоров, это вот этот Ampera One. Или, если у вас есть чуть побольше денег, Ampera Stomp. Дальше, что круче можно купить, мне кажется, это только AX. То есть, вот этот вот Hatton Ampere One, мне кажется, это что-то на уровне с Хеликсом. То есть на Хеликс я бы не стал свои деньги тратить. Еще на этом процессоре есть режим Stomp Mode. Это когда ты можешь зажать вот эту кнопку, после чего включать и выключать какие-то назначенные на эти две кнопки там эффекты. Мне это показалось ужасно неудобным. Проще переключить пресет, по-моему. Педалька экспрессии. Педалька экспрессии пользоваться можно. Не очень удобно, но можно. Степень нажатия легко калибруется. Редактировать пресеты самого процессора можно. То есть это не какой-нибудь там AXFX, где чтобы что-то отредактировать, надо иметь знания в программировании. Процессор за 10 тысяч советую. Никакой другой альтернативы, мне кажется, на рынке больше нет. Опять же, если мы говорим про аналоговый звук, если вас интересуют чистые и кранчевые звуки, лучше купить хороший комбик. Это всегда будет приятней. В этом есть свой прикол. Ни одним процессором этого как бы не симулировать. Но касаемо хай-гейна, и если вам просто что-то там надо, чтобы хорошо звучать на репетиции или на концерте, даже вот такой простой процессор в наше время более чем справляется. То есть я даже могу посоветовать. Что ж, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Скоро мы с вами встретимся в ролике про Hatton Ampere. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего хорошего!